Пошло видео. О, пошло видео. Алиска, привет. Привет. Сегодня мы будем срывать цукини и картошку выкапывать. Да, прошло 90 дней, как мы с Алисой посадили картошку. И она уже начала разваливаться, и ее уже можно копать. И мы сегодня с Алисой решили на ужин сделать молодые картошечки с нашего огорода. А здесь у нас вырос падалешний кабачок, который бабушка в прошлом году садила, он почему-то не вырос, а сейчас вырос. Наверное, специально, чтобы его Алиса сорвала. Ты ведро поставь пока и подойди, сорви этот кабачок. Да. Не кабачок, а цукини. Осторожно только. Опа! Там он еще есть один маленький. Мы его засорвем через пару дней. Покажи, пожалуйста, нам его. Замечательный. Мы его зажарим в духовке и будем тоже есть. Конечно. Вместе с пюрешкой. Да, ложи его пока он на пенечек. Берем ведро и идем собирать картошку. Правильно? Тебе не будет неудобно с телефоном. Не, ну я запишу, пока ты начнешь собирать картошку. И потом его выключу. Бери ведро. Пошли к тому кусту, где бабушка начала копать. И начинай собирать картошку. Выбирай. Вот. Мы ложили по половинке картошины. Мы вам писали этот. Это? Да, да. Это вот такая у нас выросла картошка. А ну, посчитай, сколько у нас в лунке их получилось. Раз, два, три, четыре. И маленькая-маленькая точка. Угу. Пять или шесть штук, да? Ну, это замечательно. Из половинки картошины выросло пять картошин. Это просто круто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И ты уже одну сбросила в ведро. Да, семь. Ура! Ну да, но три очень маленькие. Ну, все равно, молоденькая картошка, она обычно маленькая. Да, это, а это очень хорошая. Это картошка, похожая на камни, но это картошка. Мы с нее сделаем сегодня толченку. Да. А еще у нас есть там маленький помидорчик. Пойдем сразу сорвем помидорчик, пока у нас камера пишет. Да, пойдем. А огурчики еще очень маленькие. Аккуратно проходи по картошке туда к помидорам. И он, видишь, впереди, вон дальше, один помидорчик у нас краснеет. Его уже можно сорвать. Это? Да. Это кажется черри. Да, это черри. Аккуратненько. Вот, ну положи его пока туда на пенечек, а потом ты помоешь его и скушаешь. Как сегодня ты скушала эти горошины сладкие. Горошек. Давай, и будет... давай покажу на камеру. А я ж записываю это. Да, тогда покажу на камеру горох. А, горох, точно, как же я забыла. Вот тут у нас огурцы уже есть маленькие. Но пока мы их еще не собираем. Они как бы есть, но не настолько большие. А вот горох у нас где растет. Это горох Алисы, это Алисын огород. А там вот растет кукуруза, которая будет как попкорн. А там мои подсолнухи. А там Алисыны подсолнухи. Вот Алисын горох. Покажи там, какие эти горохи есть. Вот он какой, горох шикарный. Но мы пока его не срываем, он еще не совсем налился. Он еще молоденький еще, да? Вот, а это вот бабушкины цветы здесь на Алисином огороде. У бабушки тоже есть свой горох. Скорее, она у меня взяла, что я не хотела не садить. Да, больше некуда садить было. Мы бабушка посадила там на своей грядке еще горох. Там тоже он уже есть. А еще у нас есть клубника. Смородина, малина, блубери. А, вот еще же мы хотели показать. У нас черная рябина в этом году. Первые плоды свои дала. Вот такая. Говорят, она очень полезная. Надо будет ее собрать уже. А это у нас лук на семена вырос. А тут трава, которую надо порвать. У вас все сказали, что это может быть волчьи ягоды. Нет, это не волчьи ягоды. Ну, собирай картошку, а я отключаюсь. Всем большой привет. До связи на нашем огороде. Да, Алис? Да. Пока. Помаши ручкой.